Всем привет, с вами дядя Володя Страшный, и вот технику вытащил. Хочу съездить за раками, вернее проверить раколовку. Уже более суток стоит снасть. Но вот эти предметы я вытащил лишь по той причине, что они стояли вот на этом аппарате. Сейчас аппарат попытаюсь настроить, завести и на нем съездить на речку. Это электрон 150. Выкатил его, тряпочкой протер пыль. Сейчас мы попытаемся его завести. Конечно, тут еще нужно будет подкачать колесик задний. Я на него уже присаживался, передний вроде как особо не проминается, но все равно доведем давление до установленные нормы. Кстати, уже вот моросит дождик. Ну, думаю, это нам не помеха. Сейчас посмотрим. Бензинчик. Вот здесь вот есть кнопочка. Нажимаете. И фиксатор вот этот открывает вам доступ к бензобаку. Пробка здесь вот такая она. Ее нужно немножко открутить. Потому что она вот сделана так, что когда закручиваете, раздавливает вот эту уплотнительную резину. И вы ее уже не выдернете. Мы видим, ну, вот такая сеточка в сборочку сделана, точечной сваркой сварена, handmade. Ну и что, бензин там есть, я думаю, что нам до речки и обратно хватит. Сейчас поболтыхаем, чтобы там масло осевшее растворилось. И что? Будем пытаться завести. Вот так вот его. Ну, думаю, достаточно, что масло там есть. Ничего страшного. Берем вот такой самодельный ключик из 5-копеечной монеты, сделанной, попавшей под поток. И открываем бензин. Так, бензин открыли, повернули, не знаю, это резерв или просто открыто. Так, тыкаем, но здесь аккумулятора у нас не стоит, поэтому смотреть на лампочки без толку. И, в общем, ищем утопитель поплавка. Вот он, нажимаем и ждем появления бензина. Отек, закрываем, зацепился на моторблок. Ну что, дыр-дыр делаем. Так, тут это ничего у нас не работает, делаем дыр-дыр. Ух ты, неожиданная вспышка в цилиндре. Газу не надо было давать. Ну, в общем, сейчас его растыркаю и поедем. Пойду одевать камеру в шлем, шлем на голову, и поехаем с вами. Ну, в общем, чуть не забыл эти штаны-сапоги одеть. Одеваем и едем. Колеса я уже подкачал,
значит, зад аж 2 очка надул, перед 1,5. Ну, считаю, что даже я переборщил, тут по одному хватило бы вполне. Ну да ладно, с запасом, в общем. В общем, одеваемся и едем. Что, ребята, едем? Работает, спидометры, тахометры, амперметры, вольтметры, уровень топлива, расход, бортовой компьютер, все. Четыре газовые стойки. Как бы дождь не пошел. Занимается чем-то. У него есть Иж Юпитер 2. Работает вообще просто как старинная Ява. Вот на второй передачке едем. Дорога не айс. Это же скутер, считайте, с железным пластиком. На маленьких колесиках. Колеса на 10, 4 на 10. Ух, тормоза хорошие задние. А передние, ой, передние тоже. Передние тормозят, ребята. Ого. Я вам рассказывал, был у меня такой нулячий, я его покупал прям с магазина, 250 рублей стоил. Это был где-то 85-й год или 84-й. 1900. Был он бело-красный. Но где здесь синий-голубой цвет, там был все красное. Аппарат был приятственный. Ну, нуляк, представляете. Я и зимой на нем санки цепляли и катались по полям. Ай да скутер, ай хорош. Можно стоя ехать. А, кстати, я даже это отцеплял тормоза, вот эти задние, педальку. И сюда три мешка картошки грузил и возил с огорода. Ну вот мы на месте. Видите, перед работает. Глушим. Так, стоять, бояться, деньги прятать. Так, чтобы куртку не замочить, мы ее снимем. Берем дополнительную заправку и идем. Ух ты! Кто это тут буксовал? Не я, а это мои следы. Посторонних следов нету. Идем, ищем. Видите, там сразу глубина начинается прям. Прям обрыв такой подводный. Ой, я на этой лодочке, у меня есть видос, я катался. Короче, по течению с дури я заплыл хер знает куда, а возвращаться начал. Я все проклял. То я этими веслами педалировал, то педалировал. В общем, устал педалировать. Так, сейчас нащупаем веревку. Я вот ее там вижу, а тут пока нет. Бляха. Бояться. Ладно, возьмем ее здесь. Вот так. Она где-то там вообще под илом. О, она в сторону ушла. Гляньте, она где-то там под корягой лежит. Еще вытащить надо. Ухитриться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так бы мне не пришлось вызывать кого для вытаскивания. Ух ты, я прям утопаю. Ой, бля, как бы тут не погибнуть.
Я уже больше, чем по колено провалился. Ух ты! Так, встану на ветку и буду тянуть. Ух ты! Не знаю, вроде пошел. Пошел. Давай. Стал, я застрял. Ребята, застрял. Застрял, дядя Володя, страшный. То оторвется и упаду еще. Так, а как же мне, куда мне? Так, дайте за ветку возьмусь. Тону очень глубоко. Аж по колено проваливаюсь. Уй. Ай-яй-яй. Твердого не видно. Ух ты! Потом бы выбраться. Ух ты! О, вот он. Вот чем проблема. Что-то плещется, ребят. Что-то ушло. Тут было что-то большое в нем. Карп, карась или осетр. Только что плюхнуло. И все. Видели сами. И все. Нету. Было и нету. Вот так вот. Бывает. Ну ладно. Ой. Как нехорошо. Пойдемте обратно. Сейчас. Я его вот туда кину. Вот так. Потому что с ним я не выберусь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вода холодная. Так. Так, сейчас я вытяну сам себя. Тут нора какая-то. О. Так. А, тут чувствуется твердое что-то. Под ногами. Так, ну что, переходим. Бляха, это какой-то, блядь, бляха, продубас какой-то прибрежный. Эх, не упасть бы. Я застрял, ребята, ногу не могу вытянуть. О, вытянул. Фу. Ёшкин кот, куда же я попал? Так, иди-ка, дружок, сюда. Может, его в другое место переставить? А как? Каким образом? Его ж надо перевязывать. Корни пустила веточка. Ух, плодородная. У нас вода. Вот так. Ладно, ребят, я вас пока отключу. Или не буду отключать. Зенит кинуть, да? А его все равно снесет течением. Ну, снесет так снесет. Карман. Не мусорим. Так. Ну что, попытка номер два. Так. Так, я вот так вот возьму покомпактнее. И швырану подальше. Ведь он куда-то уплывает, сука.
не догонишь. Вот его тянет прям, видите, он уходит по дну, уходит. Видите, ребят, вот его так сносит туда. Ну ладно, пусть плывет, но его нахер. Короче, где-то вот здесь затопленный мой вентер, где-то вот, вот в том месте Денис залазил. Вот второго планета на литосах. Его брал рукой, но вытащить не смог. Он там под водой заиленный. Ладно, что. Выхожу, заводим аппарат и едем. Да ладно, ты еще кукукаешь. Тут без тебя тошно. Рыбы нет. Ни раков, ни рыбы. Брюхо обмыть хоть. Так, пойдем, мы там выйдем. Здесь топка. Выползать. У нас вот такие вот водятся. Вот они. Затонул. Так, где доска? Вот она. Вот она доска. В общем, ни хрена мы не поймали, как всегда. 500 рублей еще даже за этот кубарик. 500 рублей торчу человеку. Бляха. Ну ладно. Я знаю еще одно место. Может, вечером съездим туда, поставим. Это вообще отсюда, в километрах 10, наверное. Попробуем там. Где там резьба закончится, ё-моё. Вот это я резьбу придумал, длинную, самонарезную. У меня пассатижи есть, да? И все, больше ничего. Отвертка. Ага. Что-то есть. Кстати, же отвертка. Кстати, перетыкал сюда этот обычный ключ, пытался вставить. Ну, какой положено. А он что-то там до контактов не достает. Обычный ключ, короче, не включает зажигание. Но тут все переделано. Тут он даже не выключался в прошлом году. Я что-то сделал, что стал выключаться. А то глушить приходилось. В общем, как бы на передаче. Так. Каких только звуков нету, да? Птички разные всякие поют. Там даже показалось, что соловей там где-то на том берегу чубакает. Да чего ж скутерок хороший. Ну, а сейчас в гору ехать. Завезет ли, не? Видите, задняя передача даже есть. Первая вверх. Ну, как на мопеде вот на этом. На Карпатах, на Риге, на Верховине. Потом нейтралка и вторая вниз. А, тут же три. Ё-моё, всё, кто дятел. Тут три пидорачки. Это я что-то доехал на третий, получается. Вот дятел. Вот вторая, да. Да не, на вторую я ехал.
поедет. Маловато для него. Присадил. Ну что, ребят, всем спасибо, всем пока. Все-таки мечтаю сделать продубас на пухе.